Там мы прошли в зал судебного заседания, уже все разместились. Секретарь судебного заседания сообщила, что судья по-прежнему находится в совещательной комнате, и он продлевает нахождение в совещательной комнате до 13 июня до 13 часов. А с каких? До 13 часов. До 13 июня до 13 часов. Причин тут не может быть, потому что судья находится в совещательной комнате. А с кем он там совещается? Он только может совещаться один. Все. То есть, 8 числа, поэтому, скорее всего, он еще не готов к оглашению конечного вердикта по этому делу, приговору, поэтому продлил совещательную комнату, то есть нахождение совещательной комнаты до 13 числа. Поэтому вот в связи с этим сегодняшнее судебное заседание у нас отложено. Можно было предсказать такую ситуацию. Почему? Потому что это же неоднократно происходит. Мы, считая с ноября месяца по март месяц, вообще там только откладывали. Мы приезжали, уезжали. Я так думаю, что теперь до 13 еще такой есть возможность в такой священный месяц помолиться, чтобы все-таки Аллах мог нам собрать.